видим, какое небо голубое. Всем привет! Снова поездка на новые места, вообще в другую сторону абсолютно. Немножко заблудились, правда. Штурман не туда, говорит, поворачивать надо было. Поздно вспомнил уже. Пришлось разворачиваться. Ну ничего, доехали до места. Добежали. Место симпатичное, находки есть. Погода замечательная. С утра, правда, было сыро, но сейчас все четко. Так что смотрим, будет интересно однозначно. Любые дела начинаются с завтрака или обеда, с приема пищи. О, вообще лето настало. Вообще лето. Ну вот. Здесь, в общем-то, была чья-то выкопанная яма. Лежала консерва. А вот валик копейка 24-го года. Дальше отошли. Оп, сигнал. Сейчас посмотрим. Такой прямо зачетный. А, вот оно. Че-то. 2 копейки, Николай. Ну что, нормально? Звали. Кто-то оставил мне копейку 24-го года, железку забрал. Здесь 2 копейки Николая. Тут какая-то пряжечка жирная, непонятная. И вот тут сигнал. Вот, закажи сигнал. 98. Четкий, глубокий сигнал. Посмотрим. Я надеюсь, конечно, на икону. Вот прямо хочу икону. Но сдается мне, что это большая консервная алюминиевая банка. Я хочу, чтобы там был Георгий Победоносец. Икона с таким сюжетом. Интересно. Икона. А я вижу отсюда монету. Вон она. Видишь? Нет, да? Вот. О, да, вот она. Оба. Оп. Оба. Это пятак Николая. Ну, Александр, короче. Александра. Ну и вот. Ага. Откопанное место-то. Копанное. Ну, чушпаны какие-то прошли-то, железо какое-то поковыряли. А вот пятачок у нас 1869 года. Умотанный, но Александр. Хорошо. От клещей лучшее средство. Правда, клещей нынче мало. Но что-то пол сейчас шею снял клеща. Вот так вот. А, это туалетная вода называется весна. Весна, да. Запах весны. Вот так мы обрабатываемся. Ножки, ручки. Желательно, конечно, не разговаривать, иначе конец будет. Рифтомид. Все, погнали. Ну, в общем, раз монета, два монета. Здесь пряжка. И вот еще одна. Сегодня у меня, кстати, новый помощник. Такой вот пин. Прикольная штука, интересно. Забавно. Короче, вот. Николай II. Двушка. Че, мыть-то ее, как так понятно. Потом помою, покажу. Раз, два, три, четыре сигнала. Место копанное. Ну что, нормально? Итак, ну-ка. Вот кто бы знал, что такое. Это же ведь вообще... Это часть ученика. Пряга латунная. Остатки ремня. И вот это вот ученическая пряга. Ты что, ученика раскопал? Закопанного? Огонь вообще. Антуражная вещь, я скажу. Все зацепы. Все зацепы на месте. Даже ученик починил. Ты там это, кости не пошли же? Не, сейчас пойдут. Надо поглубже идти. Ну-ка, доставай, давай, снимай. Как это, сколько лет это все? Хрен достанешь, да? Не. Нормально. Оп. Тихо. Оп. Вот. Сломалась кожа. Кожа натуральная. Нет. Нет. Фуфло.
Прягу давай показывай. Пухло. Пряга. Зацеп сломался. Не, на месте. Не, это, тут, он просто маленький. Это, такой. А, это сломалось. Неаккуратный. Не страшно. Ну ладно. Не страшно. Нам что-то как бы что-то прослеживается. Тебя, Серега, можно поздравить с прягой. Да пошел ты. Пряга. Что-то вон, что-то прослеживается. Крутая пряга, что-то. Все, огонь, все, погнали. Она поди на пушках. На лавровых. Ладно, что, огонь. Ну что, я прягу нашел. Я тебе говорю, поздравляю. Итак, срочное сообщение. Срочное. Найдена супер находка. В эмалях. Ну-ка, где у тебя? Так, 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 быстро, бородатым быстро. Дядькой. Так, погну-ка давай бородатого. О, вот это да! О, вот это бородатый дядька! Круто! С, этими, там, с той стороны не буду переворачивать, там закрутка, короче, все латунное, все дела, да, там, короче, вот посеребрено. Еще значок. Еще дали значок. Наградили. Наградили РСФСР за что-то там, не знаю. Юный друг природы там написано. Юный друг природы. Ну что, круто? Я тебя поздравляю. Круто. Кому-то значки, кому-то. Вот оно как. Вот оно как. Вот такие вот сегодня дела. Трава встала. Но находка все равно есть. Да, нормально. И значки тоже с эмалями. Вот такая крутая вещь попалась. Это не железяка, это медный сплав. А вообще это доспехи царя Соломона. О. Или Александра Манкендонского. Ну-ка. Чистый меч. Ого-го. Не знаю, куда он его там пристраивал, что защита. Но это круто. Давно я таких кусков меди не находил. Берем. Эх, природа какая. Тоже покажу вот эту фигню. Оружие пролетариата. Итак, сейчас покажу, что бывает на месте дома, фундамент. Сейчас покажу. Всякая хрень. Бутылки, стекляшки, наконечники какие-то, тарелки битые, напильники, ботинки, стекло, кружки. Кружка, кстати, какая-то странная такая. Вот. Костыли. Так, сегодня я с новым пином. Точнее, до этого у меня был пинпоинтер. Такой, как бы, простенький Gold Hunter. Я им не пользовался нифига, потому что не очень-то удобно было. Цель плохо так ловил, цеплял. Но последние разы ездил, что-то интересное, понравилось. Ком не надо рвать. Раз тыкнул, нашел цель, забрал. Короче, решил купить нормальный XP, как прибор. Очень понравилось. Сейчас очень удобно. Прямо цель, комок не рвешь, все очень четко находишь. Прям вообще очень нравится. Даже удивлен. 10 лет занимался этим. И как-то игнорировал. Ну, сейчас что-то все изменилось. Короче, замечательно. Вот сигнал очередной. Вот он. Вот, считаю, из комка я его выдрал уже. 3 копейки, совет. 53-й год. Это когда Сталин умер. Вот так вот. Сталинская монета. О, прадед Фискарс нашелся. Вот это лопата. О, какой, как раньше ими. Копали тяжеленно, да ужас.
Офигеть. Ну чё, кто там наковальню просил в гараж? Забирайте. Тяжелая, ну нахрен. Вот. Интересный сигнал. Вот прям вообще. Я его обкопал уже. Мы таких еще не доставали ни разу. Опа! Это какая-то шестерня. Тяжело. Прям. Сейчас покажу. Погоди-ка. Смотри. Так, не достанься никому. Ну вот и все. Вот и конец весеннему копу. Сейчас травище. Вот и вечер уже. Решили тут пуш. О, ну-ка тихо. Ну вот как-то так. Короче, здесь я копейку Николая, там 3 копейки умотаны Николая. Что тут монета, он лежит. Ну это-то, конечно, советина точно. 10 копеек. Хотелось бы 42 год. Но хрен знает, короче, какой год. Ладно. Поэтому говорю, копай здесь. Он копает. Так. Ручка шариковая. Ручка шариковая, да монгольская. Нормально? Тарелка медная. Хрен знает, сколько ей лет. Прямо медный клёк. Итак, итоги сегодняшнего, так сказать, травяного похода. 2 пятака Александра. О, это вообще там Владимир Ильич. А это этот юный, короче, этот как он? Друг. Юный друг. Пряга школьника. Там где-то откопал школьника. Это он с сердечком. Ложечка. Николашки. Какая-то хрень копейка. Здесь то же самое. 5 копеек Александр. 3 копейки. Нет, это пятак. Пятак тоже вырубленный. Здесь Николашки. Николашки. Пятак. Советина. Ну, в общем, ничего интересного. Тарелка медная, древняя. Прямо вообще древняя. Ну, как-то так вроде все. Все, на сегодня закончили, домой пошли. Монетки пособирали, находки есть. Цветмету пособирали, чермету видели много, хрен увезешь, хрен увезешь. Был бы внедорожник, можно было тонну, наверное, увезти. Тут трактора целые лежат. Вот. Ну, находок, короче, не пусто, не густо. Так, для травяных времен очень даже вполне.
Все, покеда. Погнали мы домой. Так. Нахрен.